вами Виктория, и сегодня готовим шоколадное мороженое. Шоколадное мороженое в домашних условиях. Приготовить его не составит никакого труда, потому что мороженое у нас будет из трех ингредиентов. Это сливки, темный шоколад и сгущенное молоко. Также в конце я вам покажу, как легко и просто из подручных средств подать мороженое порционно. Полное количество ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. 200 грамм темного шоколада наломаю на кусочки. И регулярно помешивая, растоплю шоколад на водяной бане. Также это можно сделать в микроволновой печи короткими импульсами по 30 секунд. Шоколад пока отставляем, нам нужно, чтобы он остыл до комнатной температуры. 500 мл жирных сливок выливаю в емкость. Сливки должны быть минимум 30% жирности и очень холодные. И начинаю взбивать миксером. Когда на сливках появляется вот такой след, начинаем добавлять сгущенное молоко. Я взяла пропорции сливки и сгущенное молоко 1 к 2. На 500 мл сливок 250 мл сгущенного молока. И в самом конце добавляем остывший шоколад. Еще раз повторюсь, шоколад не должен быть горячим. И еще раз перемешиваем миксером до однородности всех ингредиентов. Для того, чтобы подать мороженое порционно, я растопила шоколад, подготовила стаканчики. Я взяла обычные стаканчики из-под йогурта. Можно воспользоваться бумажными стаканчиками. В стаканчик наливаю немного шоколада и вот так его прокручиваю, чтобы шоколад покрыл все стенки стаканчика. Конечно же, это нужно делать еще горячим шоколадом. Можно немного помогать ложечкой. Стаканчики убираю в холодильник минут на 10-15, чтобы шоколад схватился. Застывают они очень быстро, буквально минут за 5-10. А теперь заполняем стаканчики шоколадной массой. Можно не заморачиваться и просто заполнить все без шоколадной глазури. Так получится еще быстрее. Самое сложное в этом рецепте — это дождаться, пока мороженое застынет. Стаканчики мы заполнили и теперь убираем их в морозильную камеру часа на 4. В конце я вам скажу точное время заморозки. В конце не забываем воткнуть палочку, чтобы было потом вытаскивать удобно мороженое. Можно воспользоваться деревянными палочками. И убираем стаканчики с мороженым в морозильную камеру. И оставшуюся шоколадную массу переливаем в формочки. Можно воспользоваться любым пластиковым контейнером, либо также вот такими формочками, которые подходят и для духовки, и для заморозки. Мороженое хорошо застыло, простояло в морозильнике оно у меня в течение 6 часов. Перед тем, как подавать, мороженое нужно достать минут за 15 из морозильника, чтобы оно немного оттаяло. Друзья, мороженое получается очень вкусное, нежное. Из минимального количества ингредиентов готовится все просто, быстро. Можно подавать в морожнице или порционно. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал.
Желаю вам всего доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.